Здравствуй, радость моя! У тебя начинается новый прекрасный день. Советовали мне обратиться к профессионалу, к человеку, который занимается фэншуй. Так как нас смотрят много людей, то мы должны давать практические советы. Оказывается, я должна закапывать деньги. Покажите мне тот документ или где вы нашли эту фразу вообще. Я украинка, я патриот своей страны. Украина прекрасная страна с прекрасным потенциалом, но, к сожалению, фэншуй действительно у нас немножко страдает. Я не хочу это комментировать. Я сегодня не почув справжньої цілі ни у кого тут. Вы можете говорить еще два часа, но это телевизионное шоу, а не лекция. Я по-другому считаю. Я считаю фэншуй у каждого в душе. Ну, мне кажется, что взагалі основным моментом всех этих спорных питаний є момент веры. Надо использовать многие точки зрения на один и тот же предмет. Закрыла ли я крышку унитаза? С тех пор у меня начались чудеса просто в жизни происходить.